Шокирующие кадры с Европы. Террористы из внешнего рубежа совершили... Оба бортовых сенсора выдают ошибку. Иди проверь. Да иду я. Жить не мог. Надеюсь, не зря спускался. Проверю-ка я и остальное. Проблемы. Что там? Посторонние на борту. Вот черт. Внешний рубеж? Да, похоже. Ладно. Так, быстро двигай сюда. И осторожнее, они могут быть где угодно. Обыскать все. Оно где-то здесь. Поле еще действует. Ненадолго. Что им нужно? Я откуда знаю. Есть что? Пока нет. Время на исходе. Гравитационное поле притягивает нас! Мы падаем!
Тревога, тревога, тревога! Судно у Юка Харон возвращается на Калинин! Запрашиваем разрешение на возврат! Разрешение отказано, Харон. Повторный допуск запрещен. Извините, но выбора нет! Где Мадриэль? Усиление на антигравы! Они уже на пределе! Мы не справимся! Не справимся! Справка да! Держись! Готовься к удару! Что-то творится! Да я сам без понятия. Мой корабль... Один!
Моя жизнь. Это твоя. Это все что за хуйня? Вроде готово. Консоль сдохла! Я там кое-что видел. Слышишь меня? Да, но как? Я активировал двухстороннюю коммуникацию в твоем импланте. За столько лет в тюрьме чему-то ты научишься. Вижу, ты нашел подъемник. Езжай вниз и найди лифт на том уровне. Что-то не так с лифтом. Я еду вниз, а не вверх. Черт, там одиночные камеры. Оттуда тоже можно попасть к вышке, но будет дольше. Будь начеку. Они держат там законченных психов.
жизнь знал. Он стал этой тварью. Напал на меня. Ты ранен? Нет. Нет. Но пришлось его убить. Убить это. Что это за хуйня? Будет нам на руку. Сразу за лазаретом будет камера с оружием. Смогу прибарахлиться. Только будь осторожен. Активировали охранных ботов. Системы полетели, как и тот лифт. Просто не попадайся в поле их зрения и сможешь прокрасться. Системы в норме. Активность не обнаружена.
благодаря им мы растем. Становимся лучшей версией себя. Меняться сложно, но необходимо. Джейкоб, дела все хуже. Ты где? Прошел лазарет. Все еще ищу камеру с оружием. Хорошо, ты уже близко. Не останавливайся. Нашел что полезное? Встретимся с другой стороны. Да, до встречи. Отключен. Оставайтесь.
этот новый начальник. Я не могу его понять. За несколько месяцев в тюрьме изменилось больше, чем за десятилетия. Хотя, может, происходящее — это мой долгожданный шанс. Нужно быть наготове. Понял тебя. Посылаю отряд 9. Сэр, отряда 9 больше нет. Держать позиции. Невозможно. Отступаем. Периметр прорван. Активировать все боевые единицы. Огонь на поражение. Огонь на поражение. Есть, сэр. Но, сэр, это ведь... Это приказ. Убивать все, что шевелится. Как ты, блядь, сюда попал? Алис, все, конец пути. И Феррис, конец. В смысле? Он был тут. И твари убили. А ты крепче, чем я думал. Иди дальше, я нашел безопасное место.